Ребятки, всем привет, с вами Дава Дым, и сегодня мы находимся в кальянном магазине Ротана, и у меня на обзоре продукт от Элемента с новой линейкой «Воздух». Если ты досмотришь ролик до конца, то ты сможешь принять участие в конкурсе, где мы разыграем всю палитру вкусов линейки «Воздух» от компании «Элемент». Да, у меня нет блогерского бокса, да, у меня нет крутой подставки, да, у меня нет открытки, где какая-то хуйня вылетает, но это не помешало мне сделать обзорчик и рассказать свое мнение по данному продукту. Что касается других линеек, я вот немного забегу туда, то они мне не очень сильно нравились. Да, они были прикольные, они были жаростойкие, они были крепенькие, но со временем эти линейки мне не очень стали нравиться. И тут Элемент выпускает линейку «Воздух». Помимо того, что пачка кардинально отличается от всех остальных линеечек, она белая с золотыми обрамками, логотипами и шрифтом, так эту линейку можно расценивать как абсолютно новый продукт на рынке. Почему? Потому что компания Элемент в линейке «Воздух» полностью изменила рецептуру, технологию и самое главное сырье. Здесь у нас идет желтая Вирджиния, и табак уже не такой темный, как мы его привыкли видеть, а он такой, знаете, золотистый, грубо говоря, как Дейли Хука, как Фумари и так далее. Что касается крепости, то здесь получается как? Что во время курения это максимально мягко, но при этом накуривает так, что прям вот нормально-нормально. А также, что касается вкусов, в линейке «Воздух» у нас будет 18 вкусов, но в данный момент есть дроп из 12 вкусов. Большое отличие от других линеечек в «Воздухе» почти нет соло-вкусов. Если в других линейках это у нас была вода, земля, там встречались такие вкусы, как каламанси, арбуз, груша, ягоды, то есть большая часть была моновкусов, то здесь only букет из разных миксов. И эта линеечка этим самым выделяется. Вообще я называю 2020 год годом миксов, потому что много производителей, которые делают именно миксовую линеечку, но Элемент решил собрать все лавры себе и сделал новую линейку, так еще и миксовую. Давайте попробуем раскурить. У нас это, в принципе, все прогрелось. И я вам сейчас расскажу технические характеристики данного продукта. Что касается по прогреву, греется он достаточно оптимально, достаточно быстро. При этом перегреть его достаточно сложно. То есть Элемент нашел какую-то золотую серединку, и эта золотая серединка почему-то появилась у них только с линейкой «Воздух». До этого ты испытывал миллионы проблем с прогревом, миллионы проблем с удержанием температуры и миллиард проблем с тем, как этот кальян будет курить гость. Возьмем линейку «Земля». Просто далеко не будем ходить. Ты делаешь кальян в заведении, все заебись, раз прогрел как положено, потратил уйму времени, выносишь этот кальян гостям, а гость нихуя не умеет курить, и он просто тупо портит всю чашку. И только из-за этого Элемент не стал пользоваться большой популярностью, потому что если его курить, то курить его надо будет самому, чтобы ты мог правильно его контролировать, правильно его поддерживать по температуре. Но гость этого не делал, и в основном это сыграло большую роль, почему Элемент так сильно не распространен в кальянах. Я думаю, что с линейкой «Воздух» этот вопрос навсегда исчезнет, и линеечка «Воздух» появится во многих кальянах, когда у нас, собственно, всех откроют. Почему? Оптимальная жаростойкость, оптимальный прогрев и максимальная мобильность в плане перегрева и его восстановления. Но, как говорится, без неудачных вкусов не обошлось. Я вам сейчас расскажу топ вкусов, которые мне прям очень-очень понравились. Garnet Halls. Это гранатовый Halls, это просто максимальный топчик. Thai Mango, Barrymore, Tamarind и Bananera. Плюс Tropicana и Bellini. Bellini меня особенно впечатлил, потому что там что-то с чем-то шампанским, и это очень прикольно играет на языке. Поэтому, ребяточки, это продукт Элемент со своей новой линейкой «Воздух». И я напоминаю, чтобы принять участие и выиграть весь троп из 12 вкусов, то залетай в описание, там есть все условия, выполняй их. И итоги у нас будут в большом видео, где мы будем выбирать победителей.
всех конкурсов, которые были на канале. Это 20 июля. Также, если хочешь принять участие в других конкурсах, то просто ныряй на канал, заходи в видеозаписи, и почти под каждым видео идет конкурс. Так что пока-пока.